Возле 4-й школы по Качей сейчас идет переоборудование тротуара. Пешеходную дорожку около общеобразовательного учреждения переносят. Теперь она будет не рядом с проезжей частью, а на безопасном расстоянии. Также обновят и асфальтовое покрытие. Данные работы позволят сделать путь учеников безопасней. Один из приоритетных объектов для безопасности наших горожан, согласно обращению граждан в администрацию, в Думу, это была реконструкция участка пешеходной автомобильной дороги вдоль 4-й школы, ведущей к Бегемоту. Все знаете, да, все зрители видели, что у нас там пешеходная дорожка вплотную примыкала к проезжей части, был разрушен уже бордюр за давностью времени, и в зимний период все это сливалось в одну территорию. После проведения реконструкции такого не повторится, ведь тротуары проезжую часть будет отделять полоса газона. Добавлю, 4-я школа самая новая и самая большая в городе. Здесь получают знания порядка 900 мальчишек и девчонок.